Я всех приветствую, братцы! С вами Керим, вы на канале Excelder. И сегодня у нас замечательный день, прекрасная погодочка. Мы в такой охуенной локации. Хорошо, что бабка ушла, а там бабка стояла. Вот. Там мальчик рыбку ловит. Он тоже подписчик наш, будущий. Сердце. Excelder-овцы растут. Excelder-овцы, армия Excelder-овцев. Короче, ребят. На днях 2 числа у нас была сходка, у нас было дрифт-шоу, автозвук-шоу, 4 экипажа полиции ГАИ, ДПС, ГИБДД, 2 Бобика с ОМОНом приехали, тоже в самом конце. Короче, кипиш был, суета была, было классно. Не, на самом деле, короче, было круто, было очень много интересных автомобилей. Вот такой небольшой влог у нас будет, так что всем приятного просмотра. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, потому что 90% аудитории смотрят без подписки. Ребят, поддержите меня, потому что Excelder-овцы в лав. Ребят, в Крыму наконец-то появился Тинькофф Банк. Самый успешный банк и самый качественный банк, благодаря кэшбэку, обслуживанию. Ребята, если хотите оформить Тинькофф Банк, переходите по ссылочке в описании, оформляйте, у вас будет бесплатное обслуживание навсегда. И тот, кто еще оформит, от меня получит небольшую плюшку. Так что оформляй банк, Котакбас. Оформляй Тинькофф Банк, и все будет у тебя все четко. Никогда не видел. А вон центр, мотоцикл даже здесь. Блядь, ты все развалил, блядь, Даня, нахуй. Давай, снимай. Да вот ложу так. Да подожди, снимай. Давай. Ребят, мы сейчас увидели здесь очень интересный такой аппарат. Mercedes AMG C-шечка. Расскажи нам, какого, короче, года выпуска мотор, объемчик, ну и сколько лошадок? Получается 1.6, 12 год, стейдж первый, 200 сил. Что еще рассказать? Так, в целом, выхлоп, не выхлоп. Выхлоп хороший? Да. Продемонстрируешь? Красавчик. Да, холодно. Салон, а ну-ка, алькантара кожа, да? Да. А, реально? Да. Потрогай, нулевая метка стоит. Чё стоит? Панорама, все дела, кожа. Да ну нахуй, еще и панорама. Ах. Я считаю бабки, объезжаю пробки. Я без гонорара не хожу на их тусовки. Пацаны на травке, мы на тренировке. Я все так же обожаю белые кроссовки. Уберите руки, эти пьяные подруги. Не торчу в ТикТоке, не сижу в Фейсбуке. Разные дороги, небо посылает знаки. Принесите мясо, тут голодные собаки.
кино, кино снимать не надо нам. Свою любовь подари пацанам. Она с ума смотрела мне в глаза, а я не смог ничего ей сказать. Кино, кино снимать не надо тут. Я знал финал, к тебе не подойду. Цветы, букет подарил пустоту. Купил билет, улетел в Алмату. Никогда такого не было, и вот опять. Бля, я не привык себе изменять. Инста-любовь продержалась 4 года. Сейчас я сижу и с нетерпением жду развода. Бывает, хули, но было и было. Огромное спасибо за Тину, ты красивая. Тебе все по силам. Найдешь себе молодого, перспективного. Будет возить тебя по миру. А я, как всегда, туда-сюда. Пхукет, Москва, трава, братва. Казахстан, Олга, Бали, Расха, Астана, салам, салам, Алма-Ата. Едем дальше, нахуй с моего пляжа. Я буду холостой, но зато буду заряженный. Они приходят и уходят, а я все там же. На картах с пацанами, хохот и кашель. Да, я среди катрами, тут она на милайн. Арова найн, алайн, была мерлайн, милайн. Да, я среди катрами, тут она на милайн. Арова найн, алайн, была мерлайн, милайн. Да, я среди катрами, тут она на милайн. Арова найн, алайн, была мерлайн, милайн. Да, я среди катрами, тут она на милайн. Арова найн, алайн, была мерлайн, милайн. Технику. Что ты делаешь, блядь? Ладно, я погнал. Заебал, бля. Там рыбки плавают. Да, бля, ты ебаный фотобас. Там голубь, смотри, сел. А ну ушел нахуй оттуда. Ты задаешь вопрос. Приобрести качественную, главное, недорогую Apple технику. По городу Симферополь, улица Киевская, 189-Б. Торговый центр, Южная галерея, магазин Connect. Да, блядь, вон сзади ППС приехали, мы, короче, сваливаем через себя. Все уезжают, блядь. Давай мы тут проедемся. Кафа, блядь, все затонированные еще катаются. Бля, у меня еще машина такая, ты знаешь, прилично нахуй там плане, потому что более, ну, типа, да. Вот наша цешка стоит. Реально все на разъезд уже. Смотри, они вдоль дорог все стали. Кстати, слышишь? Да ну нахуй, я тоже, кстати, хочу. Все сейчас уезжают, все турят куда-то, давай все, блядь, потурили. Было бы классно, если бы все один за одним ехали. Короче, как говорится, мы тоже съебаем. Да, мы съебаем тоже? У нас масло надо проехать. Ну, а хули, у меня массажерики мать. А куда все едут? Ебать, тачек, смотри, как будто форсаж, блядь. Все, мусора всех приняли. О, граждане полицейские, вон они там стоят. Всех, короче, начинают штрафовать. Да, бля, 10 миллионов. Ну все, короче, вот и суета вся закончилась. Мы едем теперь обратно до дома, домой. Сейчас тебя мы до оградки. Да. Ну, в принципе, слушай, интересно было. Бля, на самом деле, ну, типа, прикольно было, но если вот, ну, не мусора бы. Ну, да, мусора, да. Кайф весь обломали. Мусора, бляди! Так, вот это. Раньше сезон, рядом жарят планты, напаленные пацаны, напаленные мантры. Роксы, бутылки, друзья, их улыбки, пиццы и типы, ну, что-то типа вечеринки. Мой огромный стейк не поместится в руках, я доедаю мясо, танцую на костях. Это тоже твой кусок, и я готов тебя кормить, но прежде чем попасть в мой круг, прекрати себя любить. Что ты делаешь? Это право, дали жарить стало дарить. Это благи дали шуму, его оказалось мало. Тут троцы и бутылки, друзья и улыбки, пиццы и типы, ну что-то типа вечеринки. Зеленый на руках.
turn out your stereos. Hard to tell though, cause I switch the flow. Eyes a little low, cause I twist the jaw. Pockets on swole, cause I move the O's. My neck, my wrist, my ears is froze. Come get your bitch, she on me, dawg. She must.